Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Вас приветствует Алена Ариес. И сейчас, девочки, шок, шикарный сюрприз у вас на пороге. И прежде чем я вам расскажу, что же, какой же конкретно шикарный сюрприз у вас на пороге, выложу, конечно, секретную карту, поэтому задавайте свой вопрос мысленно или загадывайте желание. Я выкладываю секретную карту, которую открою в конце. Итак, мои хорошие, смотрим. Шок. Шикарный сюрприз на пороге. Так, какой же шикарный сюрприз у вас на пороге? Так, денежки у вас на пороге, причем, я так понимаю, заработанные, но неожиданные. То есть это может быть какая-то надбавка к вашей зарплате, если вы работаете. Увеличение прибыли, если у вас бизнес, это также премия или какие-то дополнительные выплаты. Вот. И еще какой шикарный сюрприз у вас на пороге. Какая-то очень интересная поездка. Для кого-то из вас она может быть дальней, для кого-то не дальней. То есть может быть даже в пределах города, а может быть и в другую страну. Девочки, еще решится какой-то важный для вас вопрос, связанный с официальными органами. Официальные органы — это, ну, любые органы, это и пенсионный фонд, это и страховая компания, это и больница, тоже официальный орган, школа, тоже официальные органы. То есть вот какой-то важный для вас вопрос. Пишите еще, какие официальные органы. Все, что связано с законом, тоже, да, то есть это юридические, адвокатские конторы. Да, сюда же еще относятся банки и риэлторы. Поэтому и здесь вопрос тоже решится. Это тоже решится неожиданно. А вот встречу я вижу, девочки, для кого-то встреча, для кого-то предложение руки и сердца, для кого-то новое знакомство. Тоже очень интересное будет. Так, кстати, событий много, и проиграются они в ближайший месяц вот все, потому что карты все не все достаточно быстрые. А вот, поэтому все это в пределах месяца, но не обязательно в один день, да, то есть как-то по порядку. Вот дополнительный доход какой-то, я вижу, я же говорю, какие-то дополнительные выплаты будут, еще не очень неожиданные. А также праздник вас ожидает неожиданно в ближайшее время, а также счастье, радость и удовольствие, с чем я вас, собственно, и поздравляю. Вот такие вас ждут неожиданные, хочется сказать, не просто шикарные, а счастливые события. Ну, а теперь я открываю секретную карту. Ой, девочки, 26-й аркан говорит о том, что все, чего вы хотите, вы достигнете, причем очень быстро и реально получите то, что хочется. И еще очень хотелось бы сказать, верьте в чудо, верьте в волшебство. Конечно, мне хочется сказать, что верьте в Деда Мороза, вот, потому что на самом деле Новый год — это чудесный праздник. И это единственный праздник, в который действительно сбываются все желания, или желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбываются в течение года однозначно. Естественно, я, как обычно, отсниму видео, как загадывать желания правильно, так, чтобы они сбывались. Так что вас реально ждут счастливые, шикарные сюрпризы. Для детального рассмотрения конкретно лично вашей ситуации пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Сегодня последний день, когда вы можете зарегистрироваться на самый быстрый, самый крутой курс обучения Таро, где за 4 занятия вы сразу же начнете предсказывать. И сегодня последний день, когда еще работают выгодные условия, или действуют, да, когда еще действуют выгодные условия. Сегодня последний день, завтра стоимость курса будет уже другой.
Да, и завтра, да, завтра очередная прямая трансляция в моем телеграм-канале. Ссылочка на курс есть в описании и будет в моем первом комментарии, а вот ссылка на телеграм-канал есть только в описании под этим видео. С вами была Алена Арис, всего наилучшего, пока-пока, до новых встреч!